Понимаю, что вы ожидаете увидеть на моем канале исключительно познавательное видео, но сегодня я хочу, чтобы вы немного отдохнули и повеселились. Этот выпуск не исторический, он о человеческой жадности, наглости и двуличии. Изначально я должен познакомить вас с ситуацией. Неделю назад несколько моих знакомых сообщили мне, что на одном из YouTube-каналов появилось видео, где они узнали мой голос. Как оказалось, некий человек, называющий себя «Злой грузин», взял мое видео, естественно, ничего мне об этом не сказав, и поместил его у себя на канале для собственной выгоды. Этот индивид опубликовал его как свое и даже не удосужился указать, кто настоящий автор. Я понятия не имею, кто он такой, но увидев, что он уже не молод, подумал, ну, может, человек не знает, что нельзя вот так вот взять чужое и выдавать за свое. Потому сначала я оставил запись под видео, но там не получил ответа. А после я написал ему лично, где он показал, что плевать хотел на меня и на то, что он поступает по-свински. Ну что ж, наглость – второе счастье. Идите том путей, который вы выбрали. Это ваше право. Я еще раз повторяю, это ваше право, каким путем вы пойдете. Все. И я вам ответил, это ваше право, как вы поступите. Вы спросите самого себя и так и поступайте. Я еще раз говорю, бросайте ваши страйки и что хотите делайте. Всего вам хорошего. Поступайте так, как позволят вам честь и достоинство. Не надо мне тут сейчас писать, что я бы давно уже сделал. Да зачем пишете? Я пытаюсь вас понять, но пока не получается. Я вам еще раз говорю, если бы я хотел вас заблокировать, если бы мне было все равно, я бы это уже сделал и не писал бы вам. Я вам написал под видео, я вам пишу сейчас. Я к вам отношусь с уважением. Я вас не оскорблял, не обижал, ничего. Вы говорите о чести и достоинстве. Хорошо. Если мы говорим о чести и достоинстве, вы считаете, вы делаете все правильно? Просто я пытаюсь понять вашу мотивацию, как это было сделано. Еще раз говорю, я вас никак не обижаю, не оскорбляю, ничего. Я хочу с вами поговорить, поэтому я вам написал. Более того, вы старше меня, поэтому я к вам отношусь с уважением. Но сама ситуация мне не нравится. Потому что если вы говорите о чести и достоинстве, я вам скажу о чести и достоинстве. Я делаю какую-то работу, да? Неделю я делаю это видео. Потом мне говорят, что вот вы взяли его и просто вот себе используете его, да? Вы же могли мне написать? Вы же могли мне просто сказать, допустим, я возьму у вас видео, да? Какие проблемы? Я что, не человек, что ли? Что я не могу понять ситуацию, что ли? Вы бы сказали, я бы вам ответил. Нормально. Но получается, как я об этом узнаю от этих людей. Короче, я не хочу с вами конфликтовать. Я не хочу вам кидать страйки. Я хочу с вами поговорить по-человечески просто. Я не могу понять, почему вы мне так отвечаете. Как будто это я вас чем-то обидел или оскорбил. Видит Бог, я хотел все обсудить лично, не выносить на публику, и вообще мне очень жаль этого человека. Но дело в том, что он мне сказал поступать так, как позволяют мне мои честь и достоинства. А они мне подсказывают, что наглых нужно наказывать. Потому что если все из-за своего воспитания будут молчать, то человеческая наглость достигнет вселенских масштабов. Но я сделаю скидку на его года, и потому это видео не будет очень жестким. Более того, возможно, он даже сам посмеется. Так как он не захотел мне отвечать в Фейсбуке, я нашел иной способ, чтобы с ним связаться. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. А где вот, уважаемый? Снова я с вами, злой грузин. Я желаю вам, в первую очередь, мира, здоровья, счастья и всего благ вам и вашей достойной семье.
Самое главное не потерять честь и достоинство. Это, конечно, очень важно, но вы не у себя на канале, поэтому давайте начнем сначала. Как ваше имя? Мое имя и фамилия Дмитрий Кулумбегашвили. Кулумбегашвили? Получается, вы грузин, да? Я не грузин, только наполовину. Я осетин наполовину. Я сам осетин. Осетин. Вау! Мои предки все были осетин, со стороны матери были грузин. Осетин? А почему вы тогда назвали канал «Злой грузин»? Тебя огорчает, что осетин? Да нет, национальность не так важна. Меня больше волнуют человеческие качества. По вашему мнению, какое самое важное? Честь и достоинство. Достоинство. Достойно. 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 Достоинство. Достойно. Честь и достоинство. Я понял. Честь и достоинство. А как поступает человек, у которого нет ни чести, ни достоинства? Нагло и не скрывая этого, ворует. Почему так себя ведет? Мне этого не ясно. Для чего он это делает? Но факт один, что он это делает. Да я без вас знаю, что он это делает. Но как называется, когда человек взял чужое видео и выставил у себя на канале? Это уже не называется воровство. Это уже называется грабеж среди белого дня. Воровство – это когда ты воруешь, и никто не замечает, не видно. Но когда ты так в наглую это все делаешь, это уже... Это фиаско, братан! Это уже называется грабеж среди белого дня. А вы знаете, что этот человек – это вы? Димитрий, вы меня слышите? Алло? Окей, скажите, что вы сейчас чувствуете? Стыд, совесть, позор. Нет, я не хочу, чтобы вы это ощущали. Мне становится вас жалко. Вы мне в отцы годитесь. Но как я должен поступать, если вы так плохо себя ведете? Когда твой отец плохо себя ведет, сын должен остановиться. Понимаешь, сказать, папа, ты плохо себя ведешь, не надо, зачем ты так себя ведешь? Ты должен. Ты хочешь, чтобы твой папу другие остановили? Так, погодите. Слава богу, не вы мой отец, и не мне вас останавливать. Но скажите, вы осознаете, что допустили ошибку? Я достойно принимал это, что да, я допустил ошибку. Я в этом признавался. Вот, понимаете, у меня с детских лет вот эта черта мужественная, да, достойно признавать свои ошибки у меня создалось. Тогда почему, когда я вам написал, вы этого не сделали? Знаете, как выглядит ваш поступок? Да, именно так. Вот честно, что бы вы сказали, окажись на моем месте. Хоть имейте смелость сказать, да, ты прав, грузин, вот эти негодяи, не все, но вот эти негодяи вот так делали. Получается, вы понимаете, что ваше поведение недостойное. Это очень позорное поведение. Об этом я могу очень много говорить. Нет, не нужно мне говорить, ваши поступки все скажут за вас. Жалко. Сердце разрывается, джигита. Ну все, ну не обижайтесь, что вы себя ведете как... Обиженки. Да, именно это я имел в виду. Все, успокойтесь, давайте сменим тему. Вот вы постоянно упоминаете честь и достоинство. А как вы относитесь к мату? Матом своим поведением оскорбляете своих предков, свою фамилию, своих родителей и свой народ позорите. Это лицо вашего народа. А вы лицо какого народа? Осетинского или грузинского? Иди отсюда, русский нахуй. Что они говорят, их обучали, их дал. Еще полезет. Да, лицо, конечно, так себе. Знали бы вы, что я вас думаю в этот момент? Если ты так лицемерно себя христианином называешь, а при этом сидишь на расстоянии и материшься. Христиане не матерятся. Ну, вообще, как-то так я и думаю. Да, вы угадали. Окей, а если бы вы увидели человека, что в Ютубе будет поносить целую нацию, что бы вы сказали? Какой ты христианин, ты сейчас сидишь, что ты весь народ оскорбляешь. К тому же с расстояния. В книге написано «Уважай даже врага своего». Ну, я надеюсь, что вы так и поступаете, как сказали, да? Тупая Россия! Россия живет 146 миллионов рабов. Русским это позволено, у них же воспитания, культуры нет, это же варвары. Как я могу с такими тупыми дружить, как вы? И что вы должны мне принести на моей культурной родине? Что вы должны такую тупость принести? Сиди, оставьте эту тупость. Боже упаси. Сохрани и помилуй от таких варваров тупых, как вы, Россия.
Вам не кажется, что вы очень двуличный человек? Вот я сделаю это видео, и что я должен сказать своим подписчикам о вас? Вот вы на моем месте, что сказали бы им о таком человеке, как вы? Кстати, зайдите на его канал, посмотрите, какой он сволочь. Просто на его канал зайдите. Он себя интеллигентно строил там, а здесь сидите, как, не знаю, подзаборный бродяга, материт весь народ. Еще себя христианином называют. Ладно, я вас услышал, понятно. В общем, ваши слова не сходятся с поступками. А каких же чести и достоинстве вы постоянно упоминаете? Я тебя сейчас заблокирую. Не получится. Это вы у себя на канале можете удалять тех, кто называет вещи своими именами, видео свои удаляете, где много всего ненужного сказали. А здесь так нельзя, так что давайте беседовать дальше. Да, не удивляйтесь. Вот вы осетин, но называете себя грузином. А как вы относитесь к грузинам, что живут в России? Грузины, которые в России живут, и вот таких оккупантов геноцвали, говорят, они не грузины, они предатели своего народа. Свиней одичалых. Вот так. И к тому же, самая большая проблема в том, что грузины в России живут, понимаете, на территории врага. А вы живете в стране врага. Ну как это понять? К вам переехала нехорошая часть грузин, которые, во-первых, предали свою родину. Во-вторых, которые негодяи, бегут к вам. Я понял. Вы вообще хоть кого-то уважаете, кроме самого себя? Допустим, к пожилым людям как относитесь? Какой-то старый пердун помнит Советский Союз, там красный флаг был у всех, там Совет, да, дружим. Я это понимаю. О, ну хоть кого-то вы понимаете. А как вы относитесь к молодежи? Молодежь, отупевший, загнивший мозгом, сделали себе боевую раскраску такие. Ну а что еще я мог ожидать? Достойное поведение. Ладно, вы еще не забыли, какая тема нашего общения сегодня? Грубо говоря, присваивание или, можно сказать, воровство. Да, так и есть. И какие выводы вы сделали после нашего общения? Так, зачем воровать у другого, если у тебя есть? Ну, значит, ты чем-то не гордишься или чем-то стыдишься? Я не знаю этого. Вот, и я об этом. Зачем это делать? Пожилой дядька, а такими глупостями занимаетесь. Что скажете? Я считаю, что это очень низкий поступок. Да, это действительно низкий поступок. А как вы относитесь к тому, что вот люди восхваляют сами себя? Я всегда думал, что вот этот характер тебе или твоем народе, не ты должен об этом говорить, а об этом должны говорить другие народы, особенно враги твои. Другой человек должен говорить о твоих качествах, которые должны присутствовать в настоящем мужчине. Достойная позиция. Тут я с вами соглашусь. Они этим хвастаются, то есть себя восхваляют, понимаете? То, что я считаю очень низким и недостойным поведением, и не красит мужчин, себя восхвалят. Тебя должны хвалить, а тебе должны говорить другие, но не ты сам. Восхвалят себя, восхвалят свой народ. Это очень низко, не по-мужски и недостойно. Да, так и есть. Осталось только соответствовать сказанным словам, да? Мне приятно всегда в кулаки идти, понимаете, разбираться с такими же бесстрашными людьми, как и я. Вот, понимаете, у меня с детских лет вот эта черта мужественная, да, достойная. Потому что я буду гордиться, что я проиграл такому же храброму человеку, как я сам. Вот вы меня удивляете. Вы хоть что-то сами делаете из того, что говорите в своих видео? Вас самого не удивляет такое несоответствие? Я такую жизнь прошел, что мне ничего не удивляет в этом мире. Вам можно позавидовать с таким отношением к собственным словам. Сегодня сказали что-то, потом забыли об этом. Или вы считаете, что так и нужно? Вам интересно? Если честно, нет. Но, коль вы уже здесь, ответьте. Как, по вашему мнению, можно назвать ваше поведение? Недостойное. Я думаю, это даже очень низко и не по-мужски. Вот вы даже сейчас сначала соглашаетесь со мной, потом снова за свое. 7 пятниц на неделе. Вам что, настолько плевать на своих подписчиков? Я тут на вас смотрю просто на как убогих, жалких. Yes.
Понятно. В общем, даже не знаю, каким словом вы называете своих подписчиков. Может, вы скажете? Я просто не скажу это слово. Не потому, что не могу. Просто воспитание не позволяет. О, воспитание, да. Это где так воспитывают? Я кавказец. Не-не, на Кавказе, если кто-то увидел ваше поведение, то сказал бы... Фу! Но это в лучшем случае. А так бы знаете, как сказали? Дурной человек, ну, позорщик. Позорщик своей нации. Да-да-да, это уже ближе к истине. Вот сейчас нас увидят тысячи моих подписчиков. Скажите им, вам по душе, как мы беседуем? Ребята, я балдею. Ну... Я обалдею, ребята. Ну вот и отлично. Меня знаете, что волнует? Если вы по национальности осетин, то почему не повесите осетинский флаг? Почему не подпишетесь злой осетин? Вы не только чужие видео любите, но и чужую национальность, да? Вот этого я не могу понять. И почему не могу понять? Я тоже не могу понять, зачем вы это делаете. Но, может, попытаетесь объяснить? Не могу этого понять, потому что я представляю такую картину, если во время Второй мировой войны немцы находятся на территории Советского Союза. Какие немцы? Что вы несете? Так, хватит, все, у меня и так уже нет сил. Вы понимаете, чтобы сделать этот выпуск, я был вынужден смотреть все ваши видео. Я вам соболезную. Соболезную. Да зачем мне соболезнования? Я ведь ваши видео больше никогда не увижу. Вы бы лучше пожалели тех, кто еще не знает о вас. Достоинство. Достойно. 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 Достоинство. Достойно. Честь и достоинство. Какая у них была реакция? Боже мой, я не могу это смотреть спокойно. Ладно. Как вам наша беседа? От души. Я надеялся, что вам будет от души душевно в душу. Видите, а вы не хотели отвечать, избегали эту беседу. Ничего ведь сложного. Все выяснили, все довольны. Я вам столько вопросов задал. Может, вы куда-то опаздываете? Ну вот, вы все равно меня задержали тут своими вопросами. А совсем по-другому хотел насчет финансирования хотел поговорить. Насчет денег? Да я бы сам с кем-то побеседовал насчет денег. Кстати, пользуясь случаем, напоминаю, что вы можете помочь каналу, оформив платную подписку. Все ссылки под видео. А то ведь видите как? Делаешь видео неделями, а потом кто-то цап и себе на канал утащил. И сидит довольный с чужим видео, в ус не дует. Какие уж тут деньги с такими честными и достойными коллегами. Ладно, злой осетин, спасибо вам за беседу. Вот сейчас я доволен. Как будет по-осетински? До свидания. Adios amigos, muchachos. Ага, ну пускай так. А я хочу сказать спасибо всем, кто досмотрел до конца нашу беседу. Не забывайте подписываться на канал, лайки, комменты, все как обычно. Этим видео я не хотел никого обидеть, только лишь показать истинное лицо того, кого люди считают своим наставником, слушают его советы и так далее. Самое главное не потерять честь и достоинство. Вы еще здесь? Так, заканчиваем, потому что это затянется надолго. Как обычно, желаю мир вашему дому.